Главный тренер команды Академии Крылья Советов Наиль Шабаев. Что можно сказать в целом по сегодняшнему матчу? С трибун казалось, что очень тяжелый соперник и очень тяжелая игра у самой команды Крылья Советов, что равный счет, наверное, был бы результатом, который устроил бы обе команды. Но Крылья нашли возможность прервать эти какие-то сложные действия удачными действиями Мозгунова. И это следствие чего-то или это такая удача? Ну, это, наверное, следствие наших тренерских решений, потому что Кирилл, он был травмирован, только последние 2-3 дня тренируется. Вот, и был такой, в принципе, план на игру, что в первом тайме один нападающий играет, но во втором тайме уже мы выпускаем Кирилла, который более, на, так скажем, на свежести, да, уже, естественно, задача была гол забить, да, и напрягать, так скажем, оборону соперника. Как справляться с таким соперником, который прилипает к тебе все 90 минут и разрушает больше, чем какие-то дает пространство? Вот в этой ситуации есть какие-то уже сейчас, может быть, подсказки, наработки на будущее? Ну, здесь подсказка только одна – это работать, работать и еще раз работать. Вот. Я думаю, что все у нас будет впереди. Хорошо, с победой! Спасибо. Все отлично, все здорово.